Нет, 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 нет! Сколько их здесь? Ребята, посмотрите, кого я здесь вижу. Вон он стоит, засранец, на другом конце туннеля. И что ты думаешь, я тебя не достану? Так, погоди-ка. Главное не упасть. Он ставит динамит! Вы видите это? Он мне угрожает, а? Я вижу, ты самый хитрый. Разливаем воду очень аккуратно. Черт, здесь так темно, почти что ничего не видно. Надеюсь, он еще не успел убежать далеко. Я должен его убить и забрать все свои вещи. Ох уж этот Банзай 2003. Блин, черт, он здесь эти таблички поставил очень хитро. Ова, ова, попрыгунчик, ова. Давай мы здесь все тоже разольем. Будем разламывать все его ловушки, которые он здесь для меня построил. И где он? Он был где-то здесь. Банзай 2003! Черт! Куда он убежал? Может быть, он где-то в этой пещере? Оу, щет. Так, вот это было крипово сейчас. Окей, я отсюда ухожу. Ну его в баню, а! Вот это было крипово. А! Черт! Поджарил себе задницу. Так, тут не сложно. Аккуратненько проходим этот паркур. Итак, чуваки, напомню вам, что... Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, мне стрёмно перемещаться по всем этим туннелям. Что-то мне подсказывает, что меня здесь может убить вообще что угодно. Ребят, напомню вам, что в прошлой серии мы с вами остановились как раз-таки вот на этом моменте. Так, как на слаймах подпрыгивают? Кто не знает? А! Ага, во-во-во, все, я понял. Ну ладно, я здесь и так мог пройти. Черт, вот сейчас не двигайся. Оп! Я чуть в лаву не упал. И, кажется, мы прошли все его дичайшие ловушки. На меня тут смотрит крипер. Блин, а у меня даже стрел нет. Ладно, я сейчас смою этого крипера. На! На! А! Черт! Что это за подземелье? Что здесь написано? Я крутой, а ты нет. Ты пози, пози лох. А, очень смешно. Он тут оставляет таблички. Он так надо мной насмехается. Понятно все. А-ха-ха-ха-ха! 1000 нажимных плит. Скорее всего, с динамитами, да? Где динамиты? Стоп, здесь нет динамита? Он просто так их здесь поставил. В чем прикол? Падаем вниз. Я боюсь, куда меня может привести вся эта пещера? Так, давай-ка я съем хлеба немного, потому что я проголодался. Мы действительно с вами прошли уже достаточно много. Отписка. Не-не-не-не-не, даже не вздумай отписываться. Если это написал мой хейтер, то наоборот подписывайся. Так, факела ведут куда? Там какие-то таблички, лестница, таблички. Стоп, как будто здесь что-то взорвалось. Что, простите? Смотри, там забор подорванный. Здесь прям огромный такой кратер. Здесь как будто что-то взорвалось. Нифига себе, это же пещера Херобрина. Точнее, просто шахтерская пещера. Нифига себе. Чтобы вы понимали, я ее достаточно давно искал в Майнкрафте. О, а вот и тайнички. Так, налево или направо? Оу, щит! Там спавнер, спавнер! Не-не-не-не-не, только не это. Как его сломать-то аккуратно? Оба! Ломаем. Все. Я слышу, как эти пауки здесь ползают. Вся эта пещера кишит этими пауками. Блин, мне так страшно здесь перемещаться, чуваки. Наверное, по мне видно. Опа-на. На! На! Где зомби? Все, вроде как больше никого не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой! Их здесь действительно очень много, этих мобов. Итак, ребята, я дошел до очередной развилки. Могу пойти в темные туннели. И, возможно, это его ход такой. Вот эти вот факела очень странно ведут наверх. Хотя, смотри-ка, здесь тупик. Тут ничего. Может быть, это очередной новый лабиринт? А, нет, вот смотри-ка. Проход вперед. И что здесь? Ну да, здесь лава. И вода. Может быть, там алмазы есть? О, очередной спуск вниз. Так, вот что-то мне подсказывает, что здесь тоже дофига пауков. Ладно, ну их в баню, а? Я ухожу от седого. Чё я здесь так долго гуляю? Ну его в баню, а? Не хочу я перемещаться по всем этим катакомбам. Мне не особо это нравится. Куда нас это все приведет, а? У меня есть лишь единственный вопрос! Господи, господи, господи! Давай, давай, вода, вода, вода! О, все, кажется, потушил эту лаву. Аккуратненько прокапываемся. Все, нас лава не убьет. Я сжег в той лаве твою свинку. Что? Нет! За что он сжег мою свинку? Я-то думал, куда она пропала в лесу? Неужели он ее стырил? А! Ух ты, ё-моё. Хорошо, что у меня есть ведро воды. Теперь это мой реалмс. Неужели он думает, что сможет захватить мой реалмс? О нет, ты не на того напал, дружище. Знаешь, когда я тебя найду, я тебе надеру так задницу, что ты просто... Блин, охренеть. На меня смотрит огромный паук! Что за нах... вообще? Оу, щет! Вы видели это? Вот это было самое стрёмное зрелище. Так, все, нужно быстро отсюда выбираться. Что за плита? Там динамит?
Нет, там нет динамита. Тут редстоун-схема какая-то. Что за редстоун-схема? Даже не хочу знать. Ладно, побежали. Ой-ой-ой-ой-ой. Не надоело еще идти? Ай! Что меня ударило? Ай! Еще один скелет. Фу. Не иди туда. Да, отгадаю. Ты там спрятал мои вещи? Я прошел все твои испытания, и ты сейчас в обломе. Посмотрите на эту огромную дыру. Она у меня вызывает много вопросов. Так, хорошо, забираемся наверх. Что он здесь пишет? Там ловушка. Ну, плиз. Ты лох, что ли? Ага, очень смешно. Слабо не идти. Если падешь, я тебя взорву. Звучит максимально угрожающе. Я уже ждуц. Пози лох. Последняя табличка. Так, ну вот и все. О май гад! Это что, мать его, такое? Это зомби на курице? Ха-ха-ха-ха! А, не-не-не-не-не-не-не! Не подводи курицу сюда! В смысле? Почему меня курица пытается убить? Что за бред? А как зомби катается на курице? А, да стой, стой! Ах ты, маленький гаврик! Нет, вот он меня бесит! Не-не-не-не-не-не-не-не! Да блин, если меня сейчас убьет этот маленький зомби, то это будет очень тупо. Фу, сейчас здесь ночь. Какой-то огромный замок. И кажется, я его видел на верхушке. Вы видите? Там уже никого нет. Там было какое-то очертание. Так, мне бы еды на самом-то деле. Нам нужно с тобой спрятаться и разбить небольшой лагерь. Охренеть, это что за замок такой вообще? Сколько в нем этажей? Как он это построил? Вон он, видишь его? Я его вижу, а он меня нет. Нам нужно с тобой разбить лагерь и сделать это так, чтобы он нас не заметил. Поэтому сейчас я это сделаю как раз таки вот под этой березкой. Да, тут я буду в безопасности, это как мое укрытие. Я буду наблюдать за этим замком. Здесь сейчас я должен поставить верстак. Да, меня это удивило! Как он успел это построить? Неужели все это время там было это построено? Так, нам нужно с вами не оставлять следов. Ставим здесь верстак. Мы сейчас должны все сделать максимально компактно, чтобы он нас даже не заметил. Нам придется израсходовать все наши доски. Это наши последние запасы. Теперь у меня есть хотя бы сундук. Мне нужно это сделать максимально беспалевно, чтобы я даже не выглядывал. Здесь оставляем все наши вещи, кроме алмазов. Алмазы мне пригодятся, и если он вдруг найдет мое убежище, то он меня не сможет разграбить. Эти алмазы — это единственное, что у меня осталось. И вот вы сейчас не поверите, для чего я это все делаю. Для того, чтобы пожарить курочку. Да, мне нужна еда. Пока я бродил по этим пещерам, я изрядно проголодался. У меня вообще нет еды, кроме этой курицы, которую я только что убил. Фу, так, ладно. Я думаю, что действовать нам нужно ночью. Шансов на то, что он меня заметит днем, очень много. А ночью вряд ли он сможет меня заметить. Итак, давай-ка мы с тобой осмотрим периметр. Тут у нас есть стена, и там я вижу какой-то зал. Там куча светильников всяких и что-то красное. Так, я этот листик уберу, эта листва немного мешает. Далее там есть какие-то решетки. Но очевидно, что в центре этого этажа находится подъем наверх. Да, чувак, ты явно сумасшедший. У тебя с головой не все в порядке. Если ты это построил для того, чтобы как-то меня затроллить, украсть мои вещи и украсть моих несколько алмазов, то ты дурак. Так, все, я израсходовал свою еду. Ну что ж, дождемся ночи. 3:28 AM. Ну что ж, ребята, держу вас в курсе. Наступила ночь. Вон он на самом верху. Так, ладно, давай-ка я ему кое-что напишу, послание. Я иду за тобой. Берегись. Ну все, ребят, мы сейчас должны отправиться в раш и беспалевно проникнуть на его базу. Хватаем с собой гнилую плоть и все, чем можно питаться. О, слушай, знаешь, что я мог сделать? Ёлки-палки. Сейчас мы с вами быстро заспавним себе еду. Я ведь гений. Хорошо, что я убил этих скелетов. Это просто превосходно. Так, раз, раз, два, три, собрал пшено. Теперь еще раз. Раз, раз, два, три, собрал пшено. Да, почему я этого днем не сделал, а? Я чувствую себя каким-то колдуном здесь, который что-то колдует. Шикарно, у нас уже есть 6 пшеницы. Давай еще трешечку, и можно стартовать. Если будет 3 хлеба, это уже нормально для того, чтобы продержаться какое-то время. Все, шикарно. Итак, у меня есть 3 хлебушка. Вот, ребятки, выбраться можно из абсолютно любой ситуации. Мне бы сделать в идеале алмазный меч. Да, у меня есть 8 алмазов, и алмазный меч здесь будет очень даже кстати. Пора двигать. Ну что ж, пожелайте мне удачи, чуваки. Я стартую. Так, и что мы с вами здесь видим? Ого! Как перебраться через этот забор? Железную дверь я не смогу открыть. Но очевидно, чтобы проломать проход. Оу, щет! Сколько их здесь? Ой-ой-ой-ой-ой, мелочь пузатая может пролезть. Так,
Хорошо, это плохой вариант. Давай-ка мы с тобой запаркуем немного. Сломаем здесь. Это чешуйницы! Что? Что за бред? Нет, 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 нет! Сколько их здесь? Чешуйницы прогрызают весь этот бетон. Сколько здесь зомби? Я их всех не убью. Черт, я окружен. Что мне делать, что мне делать, что мне делать? Ладно, я буду просто бить эту толпу. Может быть, я их всех смогу убить. Представляете, сколько я опыта заработаю? А как он заспавнил столько зомби? Как он вообще это сделал? Так, ладно, все, пора мне перебираться через этот забор каким-то образом. А, он стреляет по мне! Черт, он меня увидел. Ой-ой-ой-ой-ой! Неужели все эти блоки это чешуйницы? Такого быть не может. Не-н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 е! Эти чешуйницы бегут за мной. Черт, я должен разломать весь этот забор. Давай, я уничтожу весь твой забор. Давай, давай, давай. Уничтожаем всех этих чешуйниц. Ломаем все эти блоки. Вот так вот. Ох, сколько здесь крыс! Они что, ползать умеют? Что за бред вообще? Черт, их теперь на территории много. Кажется, я зря это сделал. Блин, я не могу привыкнуть к этому. Мамочки! Ой-ой-ой-ой-ой! Стрелы по мне летят! Кто стреляет? Неужели скелеты? У него что, еще и армия скелетов, что ли? А, нет, он через облака по мне стреляет. Каким таким образом? Прыгаю на территорию. Фу, ну что ж, мы обманули тех зомби. И пора проникнуть к нему в замок. Так, надеюсь, те зомби сейчас не побегут за мной. Где они все? Но они по любасу там за забором тусят. Тут несколько зомбей. Так, они меня не видят. Через блоки я должен буду сейчас очень быстро закрыть все эти блоки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все! Я огородил себя. Он еще и по мне стреляет, засранец, а? Он пытается меня убить. О, железный слиток. Нифига себе. Вон он наверху. Так, теперь осталось простроиться к нему в замок. Ух, сколько тут репитеров этих. Черт, черт, черт. Так, есть вариант, чуваки. Оба! Разливаем воду. Оба! И перебираемся через эту лаву. Ну все, дело в шляпе. Я забрался к тебе в дом. И обманул всех твоих зомби. Теперь они не пролезут. Теперь они все снаружи. Что это? Неужели это ловушка с нажимными плитами? А, ну ты же понимаешь, что я с легкостью ее обойду. Раз, два, три. Опа! Пробегаем! Опс! Ну так, немного попало по мне. Воу! Нифига себе! Вот это у него первый этаж. Так, погоди. Я у него заберу немного стрел. Откуда у него это все вообще? Это не мои ресурсы. 100%. У меня не было столько книжных полок. Что здесь вообще происходит? Что это он выращивает? Стоп, а что это за фрукт такой? Это овощ какой-то? Или что это? Свекла? Серьезно? Хорошо, сейчас я смогу пополнить свои запасы еды, пока он не спустился ко мне. Либо пока я до него не добрался. Давай-ка мы с тобой возьмем арбузики. Возьмем с тобой эту свеклу. Так. Что здесь еще есть съедобного? Хлебушек. Конечно же, хлебушек. Вот это он, конечно, здесь обжился. Мне кажется, или он каким-то образом взломал админку? Или как он это сделал? Так, у него здесь фермы. Какие-то деревья растут. Не, ну с декором у него нет проблем. Кстати, эту штуку можно использовать как оборону от зомби. Понятно, почему у него двери всегда открыты. И кажется, все зомби там сгорели. Упс. О, черт. У него свой целый зверушник. Блин, прикольно на самом деле. Я бы хотел себе такой замок. Тут у него свинки, лошадки, лисички. Откуда он достал лисичек? В этих краях не обитают лисицы. Да, чувствую, у него было реально много времени, чтобы заняться всем этим. Я, если честно, даже не знаю, куда мне сейчас двигать? Нифига себе тронный зал! Хо-хо-хо-хо! Для чего здесь так много стульев, а? Смотри-ка, у него есть трон. И что здесь написано? Банзай 2003. А, он спит на этой кровати. Я насру ему на эту кровать. На! На! Ха-ха-ха-ха-ха! Не смешно. Вот это замок. Так, а что это? Ха-ха! У него есть своя собственная барбекюшница! Что? Ты серьезно, мужик? У него также есть чаровальная комната. А у меня очень много опыта. Да, давай мы с тобой зачаруемся прямо сейчас. Черт, а у меня нет лазурита. Где достать лазурит? Пойти и убить его, что ли? Вау, я в шоке, если честно. Какие-то манекены.
колокола, починка и снятие чар, чаровальная комната, свои фермы, тронный зал, зверушник и барбекю! Барбекюшница, ёлки-палки! Я о таком мечтал. Ладно, давай спустимся вниз. Что здесь? Что за запуск эксперимента номер 3? Что, блин? Здесь свинка и житель. Стоп! Мне эта свинка кого-то напоминает! Да ладно! Что за запуск эксперимента? Блин, мне страшно нажимать на этот рычаг. Да этот чувак безумный! Смотри, у него еще есть куча книжек. Он делает эксперименты над животными! Давай-ка прочитаем. Эксперимент номер 5. Житель выжил. Хочу скрестить его с пауком для атаки. Мне интересно почитать, что он там еще пишет, этот сумасшедший. Эксперимент номер 10. После прошлого эксперимента Пози убил меня. Думаю, теперь моему дому ничего не угрожает. Пози ничего не подозревает. Перехожу к следующему эксперименту. Стоп, а в каком порядке они были? Что за следующий эксперимент? Так, вот эти два эксперимента я прочитал. Эксперимент номер 20. Переношу свои записи в другой архив. Думаю, Пози скоро найдет мой дом. Пора покончить с ним. Эксперимент номер 3. Житель не выжил. А где был эксперимент номер 3? Где он проходил? Неужели вот эти клетки были наполнены жителями? Он убил бедных жителей! Он их поймал и убил! Эксперимент номер 15. Пози что-то знает. Я думаю, нужно разрушить его дом. Нужно выгнать его с моего сервера. В тот момент он начал думать, что это его сервер. Теперь понятно, что у него было в голове. Эксперимент номер 16. Пози постоянно заходит на сервер и мешает мне. Построил для него множество ловушек по всей территории карты. Думаю перенести свою лабораторию в другое место. Знаете, у меня появляется подозрение, что этот чувак творит неведомую дичь. Пока меня нет на сервере. Он каким-то образом построил всю эту огромную базу, зачем-то проводил эксперименты. Кровь жителя не подходит для переливания свинье. Что? Кровь жителя не подходит для переливания свинье. Я не знаю, каким образом он все это пытался реализовать. Это тот самый житель. А это та самая свинка. Не знаю, мне хочется провести этот эксперимент. Мне хочется нажать на этот рычаг. А что в том сундуке? О, зельки! Моментальный урон! Возможно, он просто здесь варил зелье. И он знал, что я найду его логово, и поэтому он сделал такой колоссальный троллинг. Давай-ка мы слабость возьмем. Это нам пригодится. Отравление 2 нам тоже пригодится. Возможно, таким образом мы сможем его убить. О, огненный порошок. То, что нужно. Так, сгусток магмы. Слушай, а я у него все это стырю. Мне пофиг. Так, у меня остался хлеб. Черт, у меня не осталось хлеба. Откуда у него сверкающий ломтик арбуза? Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Так, так, так. Слабость 4 минуты. Мы тоже с собой возьмем. У него есть верстак здесь? Черт, у него нет верстака. А у меня нет дерева. Ой-ой-ой-ой-ой. До чего мы с вами дошли? Ладно, запустим эксперимент. Нет, 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 нет! Черт! Это была ловушка! Вот вы можете себе представить, насколько он мерзкий! Он специально оставил здесь все эти учебники, все эти книги для того, чтобы я их прочитал, заинтриговал меня, я нажал на рычаг и умер в лаве! Я заспавнился у себя дома. О, нет. О, нет, 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 нет! Playtime!